В жизни каждого человека происходят такие события, которые хочется переживать снова и снова, радостью делиться с близкими. Вот и участники песенно-танцевального коллектива «Слобожаночка» на своем отчетном концерте рассказывали зрителям о поездке в Венгрию, блестящем выступлении и наших песнях, которые покорили жюри. Разложенные на многоголосие напевные и мелодичные песни, которые были написаны в Слободском районе. Песни всегда много поклонников. Вот и в этот вечер в зале Стуловского дома культуры у зрителей горели глаза, ведь слух ласкали любимые мелодии в исполнении таких же любимых артистов.